Ну, видел, да? Кто-то опять пизданул. Это был не я. Ну, типа... Кстати, Войт, у нас время, короче, минута осталось, РТ. Определяй, короче, типа, либо ты добавляешь, короче, ну, бонусные, либо нет. Давайте сразу зададим вопрос. Кто не может посидеть, ну, допустим, если с первого трая, ну, это полчаса минимум. Лингером могу бесплатно. Я тебя люблю, ну, блядь. Не, просто чтобы не было такой хуйни, как топа, блядь, вчера развел. Соответственно, тоже синего. Но мы-то согласитесь, ну, тут не столько вайпов было, сколько и дисконы и постоянно. Я вот долго зайти не мог, это же тоже Да, время. да. Это не зависит от человека, короче. Но сейчас имейте в виду, на синдре зависит каждого игра. Прям, ну, будете падать, будет. У меня вообще вот ГП тут готово, если что. Ты на F1 Давай в поставь. начале, короче, рейдов. Ну, в начале трая. Сразу скажешь, потому что у нас по нулям. Сам понимаешь. У нас по нулям это все, конец арте. Ты всю хуйню скажешь, короче, и там уже посмотрим. Сразу плюсаните сейчас, кто во сколько уходит спать, у кого сколько времени, полчаса, час, чтобы я точно знал, ну, замена, потому что есть, кого-то позвать сразу можно было. 7 часов есть, хорошо, у всех хорошо, все, тогда Геру еще пойдем после этого. Так. Я, допустим, остаюсь лингом, остаюсь вообще без с урочных, короче. 1200 даешь за full проход и все нормально. А, тяжко будет, Стиги это конечно. реально коза, блядь. Время до хунка, блядь, ну 3 стиги есть там, хуй знает сколько это. Это была не шутка. Если что, мне реально 3 сигареты, я А уйду нахуй не, все спать. равно хорош. А что так мало по, ну, по дракону урона, даже, блядь, половину не снесли? Что-то АФК доходя людей. Так-то, конечно, блядь, рейды будут растягиваться, если трэш не бить. Вон там челики АФК. А вот же дичь придумали. Самая дамажная билка по нему не бьет. Полную хуйню придумали. Это Фростмага. Все за дверь. Зачем так далеко? Ну, чтобы, блядь, не было такого, чтобы все упали, когда барьер ледяной встанет. Это кто там? I very bad speak English. Я тоже. Я понимаю. Ох уж вы душнилы. Че это за хуйня? Они пьяные. Покажи мне, как ты охотишься. На кого? На оленя. Ну так а куда идти? Туда, где есть олень. Сука. Жесть, жесть. Закрой свой рот. Это чисто для охотников. Ебать. Звери не лгут. Туда, где есть олень. Прикиньте, если бы у вас РЛ Кратос был, нахуй. Это было бы пиздец. Танчи Синдру, как?
Так, как танчат Синдру, хили Синдру, как? Так, как хилят хилы, блядь. Там вопросов лишних лучше не задать. Ну вот смотри, ностальгии Бигдема нету, нахуй. Вот что делать? Пацаны просто тратят наше время, бля. А потом говорят, сука, мы не хотим сидеть. Это, лишнее время, сука, бля. Мы негры. Вот видели, да? Это не я. Это кто-то... Просто у кого-то предрасположенность, нахуй. Предрасположенность, какая-то вот, ну, любовь. Может быть, человек реально уважает очень этот, эту расу. Ну а чё, блядь, а представь, вот в Вовке тоже есть раса, и вот, ну, расисты, наверное, тоже есть. Ну, в самой игре, в смысле, я по лору имею в виду. А, допустим, то есть модель допустим, и хукопоренов. Допустим, хуманы не любят орков, да, и говорят, вот, орк, нахуй, и этот, прикинь, и такие сидят, ну, в кабаке, это хуманы, короче, и один другому говорит, слышь, я этот орк, нахуй, и другие такие подходят, осуждаю, нахуй. А есть такое. Нет, у них же не такая. Они же их ненавидят по-другому, потому что вечная война. Там так, тут просто они Геншину обмен за сапротами. Вот на нем поставил кружок. И. Короче, а я первый. Короче, что там минутку можно био? Да, давай. Так, на присутствие пока. Лингрен тактику знает. Ностальгия, подходи. Ностальгии нет. Он писал что-то, нет? Есть кто на замене там? Смотри, замены нету. Низибл. Да пока кикнем. Это может не подойдет. Вот инвизибл возьму. Я ничего не писал. Ничего не писал? Не-не, он не синий, ничего. Должен подойти. Может, курить ушел. Она все равно им не полутать. Сейчас, может, начнем травить. Самое главное, смотрите, это разбивайте глыбы до 20%. И 4 бомбы падают, считайте эту хуйню. Три хила, три приста, и вот же помогайте, когда танки меняются. Ну, когда меняются, то есть нужно захиливать танка, который Синдру начал держать на второй фазе. Метки на второй фазе все в звезду, когда в сторону я скажу. Про КВшку скажи, что делать. Не знаю. И кто с вас будет танчить босса? Хукмастер или Лингрен? Если Лингрен, то... А, Лингрен первый. Хорошо, ты танчи тогда. Хукмастер просто бегай. Он по себе сам фридом будет давать. Да. Так, сейчас осталось этого присумонить. Вот призыв на. Да я его присумонил, это. Да там просто есть? Вон рыба стоит, invisible, ешь. А так а что с квестом делать? Кто знает, что про союзных бить? Есть почта у кого-нибудь? В конце там прочитай описание квеста, я не помню уже. Чек на пол. А где квест? Шарните квест. Квест не шарится. А его. Я не взял его. Ребятки, Хукмастер просит первым бить. Хорошо, Хукмастер это самое. Танчи тогда. И на него напулить. Давай первым. Так вроде все готовы были, да? Пошли, иди запускай. Ты все раздал 15, ну, или у тебя осталось сколько-то сапротов? Мои 6 штук остались. Угу. Свои 15, твои 15 раздал. Ага. Нормально. Песочку бы? Я повис. Развисай. Беги, малышка, беги! Вот же это ты повис? Нет, судорога, но я в шарик свернулся в лагах. Метки вниз спускаемся. Значит, Керус будешь отже резать.
Вдвоем не стойте, двойной урон получите. Угу, прячемся. Метки до 30%. Одеялка, не лови эту хуйню. Вы не видите, как прятаться от бомб? Или вы бомбы не видите? И не Ола, блядь. Звезда показывает, как надо вставать в относительности от глыб. Или большие. Цели. Смотрите, перед притяжкой самое главное, смотрите, сколько на востаках обморожения, там освобожденки. Вот после дыхания будет притяжка, готовьтесь. Через пару секунд. А, наебал. Это хуйня какая-то была. Успел раскидать на 4. Алло, нахуй. Это минус 5 в гере, если чё. Сосредоточьтесь. Вот. Блять, канцелятор, мифик, не люблю, нахуй. От вас вообще не ожидал, нахуй. Не, вы понимаете, что... упала. Так а нахуй вы её так быстро разбиваете, блять. Не Ола, блять, прячься. В геру, вот тем, кто урон ловит, вам не светит в геру в ближайшие полгода, нахуй. А чё, если я словлю два, это... Это минус каторга? Нихуя не понял. Третьей взлётки, скорее всего, не будет. Ну, вроде как должно по дамагу хватить. Да, я думаю, должно. Так что смотрите внимательнее. Звезда очень далеко. Переставлять уже не смогу, но это лагает сильно. Скоро притяжка, готовимся. Беги, малыш, бегаем. Он заебал по два раза притягивает, он бесит, да. Не бей во время притяжки. 2% до фазы. Готовимся, 1%. Первую звезду и сразу разбить. Дальше отойдите. Ебать, 3. Вы дауны, что ли? А, боже, блядь. Дебилы, сука. Слушайте, хули. Меняй, уходи. В звезду ставь, в звезду ставь. Да, уходите оттуда. Оттуда. Съебитесь. Будет притяжка сейчас. Дадите не бить. Давайте разбейте нахуй прям подкаст, блядь. Прям берут, бьют. Генш. Забирай. Но все же я выжил. Кидаем ГП, это пиздец. Да закройте рот лучше нахуй, мне хилить надо, блядь. Помогай там Биг Дэм нахуй что-то анонсить, потому что, ну, я смотрю, чтоб танк не сдох. Иниола, беги, беги. Иниола, куда ты пошел? В звездочку. Ну все, стой там, блять, уже нахуй. Хук, меняемся. Уходи. Стаки, зайдите, сбросите просто. Следующую звездочку надо будет нести. О, некромантика, звездочку, беги. От нее отойдите, там кто-то рядом стоит. Разбивайте эту метку. Как квестом активировать? Не ссы.
Следующую звездочку, Вадикон звездочку и стоим, ждем протяжку. Стоим, не бьем пока. Отойдите подальше, Мирики, чтобы вас не убило через эту хуйню. Все, разбиваем. Лингрен, беги, ставь вот. Разбивайте сразу. Разбивайте, я меняюсь. Мед Дарк, звездочку, либо выбеги вообще с рейда куда-нибудь. Так я и побежал. Да я не вижу, блядь, ты ШП, на тебе не видно метки. Не-не, я шарик. Че там по этим, по процентам у босса? А, вон 7 лям. 7 лямов. Ну еще притяжку. Еще подождем притяжку. Я буду торопиться. Меддарк опять звездочка. И Хок вот эту меняюсь. эту не разбиваем, стоим, ждем. Уходи. Чуть звезду. Холи пала, встаньте звезду. Звезду встань, сейчас будет притяжка. Нахуй достойте квестовый итом, блять, ебану. Все, это сейчас после этого разбивайте, и все остальное можно Геру. Все в сторону, да. И Геру давайте, метку разбейте быстрее. Не люблю, дай на ману. Еще право, да это вы можете не бить, хуярьте босса, 11%. Керус, дай по войду ину. Бенстиллер. У меня вол вылетел на дарк. На ману дайте еще кто-то, бигдем или пса. Даю. Судар гадал. Спасибо. Заберу, хук. Даже не сдох от 13 стаков. Квест заберите, квест. И кто делал, да, заберите у Синдраговса квест. Забыл. Я не брал квест. Я тоже не брал. Так. Хорошо, что, блядь, недолго не парились на ней. А, уже в этом. Да, хорошо, хоть Биг Дэм подхватил, помог. А тут вообще бы... красава. А тут так а бы... можно... Так бы и была вакханалия, нахуй. Ну я просто когда хилю, я не могу анонсить нормально. Войт, а можно, короче, там, типа, согласовать, как бы, ну, вот человек вообще, блядь, ну, на скилле. Можно ему 100, ну, епошки ебануть? Да, конечно. Я вообще предусматривал такую хуйню, что, ну, почему я говорил, давайте кто-то научится релить, там, начнем с десятки, там. Чтобы иногда, вот когда я болею, там еще что-то подхватить, помочь там сводить рейд. Ну, и я вот, допустим, Лингрен, я согласен. Ебанибу 100 ЕП. Кто еще согласен, как бы, блядь, ну, а если кто не согласен, просто, ну, типа, либо выдержутся, ну, либо, типа, минус нажмут. Так, короче, вопрос от же. Там одеялка 50% нажимает. А ты 10. Кому с вас отдать это кольцо? Ну, оно, в принципе, на эрдру нормальное. Не знаю, как на мага. У него там какая-то параша, скорость, меткость 58 уровня. Да, сейчас я тебе дам. Шмотку отдам. Вот же тебе надо? Ну, забей, это, по-моему, мейнспектр. Ему. Кому? Вот же. Вот же, по мейнспеку. Чего ему нет? Да не, у него. У него нормальные кольца вроде. У одеялка. Вот он 50 нажимает. Вот же ты тут? Драконим по гости, где ВРС Кейнст. Вот же. Ладно, блядь. Так, сейчас я дам тебе осколок. Забирай. КВ, где это? Какая-то Синдра. Так, ну, Биг Дэм, а ты справишься про Лича побазарить? Я да, просто... да, наверное. Да, давай побазарь, потому что я отвлекусь. Ну, надо прохиливать. Я просто хотел давай. Подамажить, блядь. Я в итоге не подамажу. Ну, так как ты думаешь, как мне? Я хилю, танчу, блядь. Ну, нет хила, блядь, я хилю. Нет танка, я танчу. Я же тоже хочу иногда подамажить. Войт. Да, да.
Давай, короче, ебани ему 100 ЕП-шку вот, за синдром. Вот 200 ЕП лича, поговоришь, и 200 ЕП закидываю. Хорош. Навара, да? Короче, бигдему, короче, 200 ЕП за 2 босса, да? Вообще, я... Плюсом, плюсом. Я смотрел, сколько там, 10% от всего ИП зареет. Ну, это 125 где-то. А, ну ладно. Ну, 200, но короче. Это я писал, если релит челик, ну, типа, фулл рейд. Ну, мне кажется, как, можно... он просто понимает, что он спас рейд. Можно, понимаешь? Ну, да. Спас вайп. Не сделал вайпа. Спас вайп. Хотя, что там, вискарь закончился, да? Нет, нихуя, еще, блядь, половину. Все, хорошо, это, слышите, слушайте Биг Дэма, нахуй. Сейчас, я если что-то буду пиздеть, можете, ну, я могу ошибиться. Не надо хилить. Одеялка, ты тут? Все, я запустил. Не, я как бы Линкольн как бы согласен, чтобы накинуть вот Биг Дэму. Да, давай, давай, давай сейчас убьем. Песа вот, знаете, вот поддерживает, вот надо. Песа от поддерживает. Вайпа спас рейд. Не, он серьезно спас рейд вообще. Так ты, блядь, я говорю, я поддерживаю. Кто еще поддерживает? Вот где... есть тут кто против вообще, а? Вот давайте вот так вот. Кто да против, тому ГП. Короче, это, Биг Дэм, я бы сейчас на твоем месте сказал, сосредоточьтесь там, блядь, сейчас надо чуму выносить, там, осквернение, всю хуйню. А кто диспалит, кстати, чуму? Я по диспалю. А, да, кстати. Звездочка диспалит чуму, короче. Это не важно. Там все, диспелим чему Лингрена. Он будет раздержать. А что-то Бен Стиллер все их сюда. Треба. Броню кто-то поставьте, вторую уберите ауру паладина нахуй. Ого. То есть чума будет через 5 секунд, а то все носить ее. 2 секунды. Чума надо лакин, надо лакин выноси. Ага, на Ленингре не здесь пыльте. Чума через 5 секунд. Бен Стиллер. Все, перебегаем. Там этих. Сферы бейте. Ну, вы знаете, да, там, что надо будет там этого духа забрать, там, ебалом его в рейд не поворачивать. Кирс, дай по войду, именно. Ну, люблю собаку, вызовешь. Следующего забираю. Вот перебегаем. Следующего не будет. Здесь их три всего. Сферу убейте. Лича забирай. Кто там? ДКшник, мастер. Я заберу. Все под жопу лича бежим, стоим. Перебивай. Под жопу лича все. Сейчас валькиры появляются. Валькирам сразу станы раскидайте, замедление дайте и убиваем его быстро. Танка схватили одного. Убить валькир. Осквернение опять. Осквернение разбежались по кругу. Из-под ебала валькир выйдет, из-под пути движения.
все обратно. Обратно в центр беги. Все, все за спину босса встали. Сейчас будут сначала вальки, они выберут цель, потом остальные, потом уже будет у нас это осквернение сразу же. Все, ждем сейчас буквально секундочку еще. Вальки появляются, все, разбежались и все из-под ебала, из-под пути движения валик выбежали. А, валик, стан, замедлить. Стан, танка замедлить. Схватили. Замедлить, говорю, блять, вальку, пожалуйста. Застань, не замедлить. А, танка проебали. Понятно. Да. Виснем. Поднимайте танка, который уебался. Все, босса в центр. Танка не резали. Из центра, из центра выйдете все, я что-то объебался. Осквернение 3 секунды. Осквернение сейчас будет. Танк тоже. Подожду осквернение. Резаюсь. Обратно в центр, все за спину босса. Не ставь его только спиной к осквернению, пожалуйста. Сейчас вальки будут. Вариком сразу стан. Ну и замедление, соответственно, тоже не забывайте ставить. Треугольнику даю стан, разбейте. Осквернение 5 секунд. Вот смотри, там валька бежит прям в осквернение, блядь. Разбежались и вышли. Отойдите, отойдите оттуда. Выходи сразу из лужи, когда приземлишься, не стой, не дал. Надо к краю, ну, да, 2%. Да, надо к краю бежать, но... Веди, веди его к краю сразу. Сейчас вальки появятся, если валик не бейте. Не зыбка. My save дам. Лингер, my save даст. Не зыбка тоже отдай, мастер. Первый той хук мастер, второй Лингрена. Керус СИЕ, а, все понял. Третий твой. Духа, духа забирай. Четвертый мой. Сейчас готовьтесь на платформу, перейдем, сейчас человека будет забирать в контроль, готовьтесь его прохилить. Через 8 секунд человека будет забирать в контроль. Гнилого духа. Все на край, босса на край. 2 секунды. На кого? Прохильте, прохильте, прохильте. Кого? Рарника кастрюют. Босса, я тебе говорю. Какого хуя босс в центре стоит? Говорю, босса на край приведи, блядь. Почему он духа в центре раскастовал? А, не забывай. Уходи на край на сам. Осквернение. Лингрен забирает духа. Все, все на край, все, хули вы там бегаете, блядь, на край встаньте, пожалуйста. За босса спрячьтесь, танк стоит, все остальные за, ну, за спину, перед ебалом, точнее. За спину босса. Танк стоит спиной к духам. А я спиной к обрыву. Хукмастер, есть сейф? Все, побежали на ту сторону. Сейчас разбегаться надо будет, а не это осквернение будет. Осквернение выносите и побежали на ту сторону. А, хук, сейчас забираешь духов, я переагрю. Теперь переходим наоборот. Похильте его в этого креста. Сейчас будет осквернение, разбегитесь. И все, и на другую сторону побежим. Песка забиваешь это. Сколько? Знаю, знаю, знаю. Я же заебись. Пять процентов.
Прожимаю, короче, ключик. Хильте меня. Лови, лови, нормально. Красава. Красава, ебать. Красава, пацаны, блядь. А, ребята, вы еще красава. С первого раза отвечаю. Красавчики. Так, получается... Вот. А так, с первого раза первом. Надо всегда. На первой фазе, там помимо Биг Дэма, кто-то еще говорил, ну, это, на ком чума. Мне кажется, он наговорил на 20 ИП. Думаешь? Ну, чуть-чуть, знаешь, это как бы такое, ну, он переживал, так пам-пам-пам, было-было. Скажи, я без сарказма, блядь, не помню, честно. Ну, голос был какой-то, думаю, нихуя тебе грамотно, блядь, дублирует. Если ты скажешь, кто это был, короче, Войду скажи, пусть он накинет ему. Ну, какой-то негр. А, негр? Опа, тогда не накидывай, тогда не накидывай. А вот ты попался. Да, мы такие. Вот его и на кукан прям сразу. Да. Танка вашего сразу на кукан. Много говорил, ну, фы, нормально. Шун-шун туда взял, бах, подкиливайте, все, духов, опа-опа. Вообще, на Личе, ну, вот этом, Биг Дэм, короче, руководил. Я бы ему накинул еще сотку сверху вообще, даже за Синдру. И за Синдру, и за Лича. Я ему уже нет, базара нет, накинул. Базара нет. Думаешь, да? Я согласен, да. Никто не хочет сходить на Синдру Лича в десятку Ангера. Бля, Биг Дэм, я бы с радостью, но я уже спать хочу. Мне, блядь, завтра вставать надо. Где КВ-то сдавать? А квест давать Драконе по гости. Там букву М нажми английскую, там покажет на карте. Опа. Ребята, не ливайте с рейда, вам будет ЕП кидать. Почему шипошники не могут меч носить, а? А, ребята, кто там? Подожди, ДДшник? А вот, ты ЕП раздал уже? Ой. Нет, я только бегу. Нет, еще. А, забери его у Геншина сразу за это. И кинь на Дисгрейс сюда, потому что я получал уже за целка. На Геншина получал, что ли? Да. Так. Я не уверен, что я сегодня попаду. Был. Поэтому на Геншина сразу перекинул. Ага. Сейчас раздам шмотки. Так. Одеялка получается. Сотка. Так, защитник. Это не надо никому. Игрок не найден, блять. Ну просто оставь в сундуке. Да за что? Мне хлам нужен, по-твоему? Ну выкинь, не было. Этот. Сейчас. Кто там есть замена живая? А кто сидел на замене плюс в гильчат? Так, с Геншина отнять. Сейчас. Ну, потому что я сейчас всем буду накидывать. Дисгрейс иду накинуть. Где он там? Что-то мне две сотки дал на пристане на варах. Это потому что я 1350 отнял. Сейчас я всем 1250 буду давать. Так, рарник. Войт, накинь этому ностальжи. Он что-то пропал, но так или иначе он был, что-то даже бил там. Забудь про него, пожалуйста. Подожди. Он пропал. Ну не на фул же. Ну, блядь, не фул, за Лесендру из-за этого точно не надо, но он же там кого-то бил, убивал. Ну, наверное, косарь давали, когда его... Вот, когда заменили. Его заменили, вот на том бойсе его и дай. Справедливо, я про это-то и говорю. Угу. Не, я согласен. Ему, да. А вообще не забыть, что он был. Он был вроде бы там на 8, да, или на 9. Ну, короче, 1000 накинул. Так, он покемонич. Так, ты говоришь, Глору этому отдаешь, да? Сейчас сниму тебе. Авелании, да? Спасибо. Invisible. Вот ребята еще, блядь, в первом рейде бы нахуй так же прошли хотя бы, блядь. Ну, не сильно слакая. Было бы вообще прям отлично. Да там негров не было. А, думаешь? Все, дал ЕП. Благодарствуй.
Так, а интересно, я себе отнимал? Судорога, ну смотри, ты был хорош из Геры, а до ТБЛа из Геры лучше носить трубу десятку Гер. Ну, типа, если есть чешка, но нет трубы, то можно чешку носить. Ой, кстати, завтра до Арте кто будет играть? Но объект-то был бесполезно, да, я его и не ролил. Если кто объект, будет играть, да, короче, я бы десятку герц ЛК сходил. Ну, вот, гер. Посмотри, это, вот у меня труба и сердце грома. Вот условно трубу бы я поменял только на ТБЛ.